Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Deep Sky Derelict. Ну что же, давайте дальше ходить по этому реликту, который называется у нас кожа. И, естественно, выполнять задания. Ребята, вот меня сейчас, знаете, что интересует? Что вот это вот такое? Что это за замочки такие висят? Будем проверять. Давайте подойдем, наверное, сюда поближе. Закрыто почему-то, я не могу сюда войти, и очень странно это все. Хорошо, ладно, давайте мы тогда переместимся вот сюда, посмотрим. Может быть, как-то это можно будет отключить где-то или открыть. Но все равно странно. Ох, елки-палки, вы посмотрите, сколько здесь вражин-то находится. Ай-яй-яй. Чувствую, будет больно, ребята. А ну-ка, что у нас здесь? Вы подходите к листочку и замечаете. К листочку? А, ну да, ее звать листочек. Все, понятно, ребята. Вы подходите к листочку и замечаете, что она сосредоточенно нажимает кнопки на игровом контроллере. Вы не знаете, что случится, если ее прервать. Здравствуйте. Из вашего передатчика доносится печальная мелодия. Листочек поднимает голову и смотрит на вас. Кажется, она дрожит от злости. Тупица! Этот домик из Галакарт я строю уже несколько часов, а вы его разрушили. Как вы могли не заметить десятки мигающих знаков, не беспокоить, которые я тут расставила? Может, вы читать не умеете? Извините, никаких знаков мне не попадалось. Наверное, их кто-то украл. Вот террас. Наверное, это были те приставучие пираты. Они как раз не хотели оставить меня в покое, пока я не швырнула в них гранату. Ха-ха, к сожалению, теперь мне придется искать другую игру. Такую, которая не требует сосредоточенности. Ну да ладно. А раз уж вы отвлекли мое внимание, то может купить у меня что-нибудь? Ну давай посмотрим, что у тебя есть. Если у вас есть кредиты, то вот мой товар. Так, мне всегда пригодится еще один средний аккумулятор. Вот интересно. Точное стрелковое оружие. Я не откажусь от пистолета. Не, ребят, в другой раз. Ничего, по ходу дела, у него хорошего нету. Все, давайте сматываться. Листочек как-то нам здесь не помог особо. И я вижу, здесь у нас враг какой-то. Все. Ёпарасоте, опять они. Вы входите в отсек и видите некротика с молотом в руке. Он начинает лупить по полу, как обычно. Ох, ё-моё, очередной у нас бой с этим некротиком. Ладно, будем надеяться, что на этот раз мы быстро их положим. Так, давай-ка, наверное, вот этого уничтожим для начала с молотом. Так, нечестный прием на девяточку мы вжарили ему. Так, боксер, давай мы сделаем с тобой... Так, у нас очередь на сколько идет? 2 по 6, 12, отлично. Уже хорошо. Так, мордоворот. А что это? Что это сейчас с ним было такое? Я не понял, ребята. Добить сможем? Еще как. Слушайте, нифига у меня хан бомбит сейчас. Он жесткий парень стал. И мы начинаем так. Акустический удар. 4 урона. 9, вот это лучше. Хорошо-то как. Так, боксер, давай мы вот так с тобой сделаем. 12. Хо-хо-хо. Радиоактивный удар, кстати, был. Да куда тебе там пыхтишин? Что ты там делаешь-то? Сейчас, сейчас, подожди, ребята, сейчас мы... Ничего нету, давай проклятие повесим на него какой-нибудь. Что там у него? Шанс попадания минус 25%, и радиация 2 хода на нем висит. Так, это у нас боксер. У боксера пока все хорошо. Укрепление щитов сделаем на всякий случай, да? Фиг знает, что он сейчас... Оу, 16 пробил. Хан, ну что, давай попробуем добить, наверное, его. Вот и все. В принципе, сейчас они были не такие сильные, как в тот раз. Или мы, может быть, стали просто-напросто крепче. В любом случае, очень все хорошо прошло. Давайте-ка вот, наверное, сюда сбегаем, 50 энергии потратим. У нас кончается энергия. Если у вас остались аккумуляторы, пора их использовать. Если нет, надо возвращаться на базу, пока не поздно. А у нас, по-моему, остались аккумуляторы, да? Я же вроде как и не тратил их. Так, подожди, где у нас предмет? Вот.
300 и 300, отлично. Давайте применим их. О, почти фул. Отличненько, давайте продолжать. Нечего нам, как говорится, сматываться посреди рабочего дня. Обыскать. Находим какое-то уничтоженное ядро инструментария. Ладно, на продажу, я думаю, пригодится. И, наверное, ой-ой-ой, изложите цель своего пребывания здесь. Есть что на продажу? Нет, давайте лучше подальше от них будем держаться. Хорошо. Уйти, стражи смерти. Блин, прикольно смотрится. Все, я могу уйти? Надеюсь. Мы здесь с вами, по-моему, были, да? Были. Так, делаем сканирование. Ох ты, ох ты, ох ты. Тут два врага. И тут, наверное, вражины. Ну, давай вот сюда перейдем. Кто-то за мной бежит. Причем... Так, обыскиваем. Это что у нас такое? Шип, уровень 2, силовой кулак, модификация. И технологический инструмент модификации — это энергоманипулятор. 7% вероятности промаха при выстреле в течение двух ходов. А, 75%. Да, это хорошо. Это все очень хорошо. Кто же тут у нас такие? Консоль с данными. Вы обнаруживаете исправную консоль. Она ждет вашей команды. Так, восполнить запас энергии, сканировать окружающую территорию, разблокировать сектор. А, блокировка сектора снята. Восполнить запас энергии. Запас энергии восполняется. Процесс завершен. Энергетический резерв равен 215. И территорию давайте просканируем. Окружающая территория просканирована. Все, спасибо большое. Где? Где сняла? Какой именно барьер? Погоди, а ты же мне не показала, какой барьер именно ты сняла. Черт, специально что ли это было сделано? Ой-ой-ой-ой-ой, это кто такой? Кто-то пришел. Наконец-то кто-то пришел. Скажите, вы принесли мою маленькую посылочку? Барклай какой-то это, ребята. Ты вот это ждешь? Что, у нас была посылочка-то? Да-да, теперь не будет зависти, не будет тоски по полноте. Наконец-то я получил координаты с ковчега. Они шли так долго, что я забыл почти чего я ждал. То есть это были данные о местоположении? Так точно, этот корабль, а именно я, потерял связь с ковчегом. Поэтому нам пришлось прибегнуть к устаревшему методу механической передачи информации. Это практически единственное, что я помню. Я даже не знаю, что делать с этой информацией. Координаты, ковчег. Я повторяю эти слова, но не понимаю, что они значат. Такое чувство, что я заблудился в собственных микросхемах. Если хотите, можете забрать эти координаты. Мне они больше не нужны. Отлично, сейчас мы их скопируем и уйдем. Вернитесь к Барклаю. Странно, я чувствую себя пустым, бессмысленным. Еще увидимся. Так, использовать. Короче, ребята, Барклай — это какая-то консоль. Вот что. А вот здесь у нас... А здесь ничего... Погоди, как-то ничего. Здесь тоже что-то есть. А вы обнаруживаете исправную консоль, она ждет вашей команды. Восполним энергию. Так, энергию восполнили. Сканируйте окружение. Все. Хорошо, ребята, нам нужно двигаться. А, вот, все, здесь замки сняты. Че я? Так, у нас энергии пока хватает. Давайте, ребята, с вами сбегаем. Вот сюда именно. Надо бы, конечно, сохраниться. Я думаю, да? Не помешает. Мы сейчас это с вами по-быренькому сделаем. Мало ли там чего. Как говорится, лучше перестраховаться. Так, и вот здесь мы уже можем с вами сделать сканирование. Давай делать сканирование района. Что тут у нас такое? Обыскать, конечно, обыскать. Так, мы нашли средний аккумулятор плюс модуль топора. Тяжелое оружие ближнего боя. Это модификация. Ближнего боя. Так, ребята, у меня кто-то же есть по ближнему бою. Это, по-моему, вирус. Если я чего-то, конечно, не путаю.
У него есть кулак, а вот этот вот не будет ли лучше? Нет. Это модификация у нас идет, да? Смотрите, ребята. Здесь идет быстрый удар. А вот это что тогда? Слушай, не подходит Юрсу. А может быть подойдет боксеру? Не, ребята, боксеру стопудово не подойдет, потому что он у нас с пушкой. Наносит 2 единицы урона каждый ход и обездвиживает цель на 3 хода. Это технологический инструмент. Блин, да что ж такое-то? Как быть? Сюда, может быть, поставить. 6% максимальных щитов плюс 9 технологий дает и 1 дальность сканирования. Ну, как понимаю, что мы с вами не можем сюда ничего воткнуть больше. А вот 8% пробоя, конечно, было бы вообще замечательно для вируса. Наносит урон оружием, дает возможность сыграть. Ну, видишь, получается, только мы сможем с вами карту сыграть. Ладно, думаю, не стоит пока менять. Обойдемся. Ну что же, закрываем и двигаемся. Двигаемся дальше. А куда нам двигаться-то? Ха-ха. Здесь я больше... Ох ты, 4, что ли, врага будет? Да я даже не знаю, ребят. Ладно. Слушай, сохраняться я пока не хочу. Мало ли, если я сейчас побегу обратно. Он за мной. Ха-ха, он за мной побежал, так и есть. Роясь среди обломков, вы находите датапад с наклейками исследовательского института. Из любопытства вы открываете его и обнаруживаете послание. Спасите, я в плену у пиратов. С потолка падают мерзкие червяки. И вид у них недовольный. Да? Ну, давай посмотрим. Так, червячки, значит. Все равно везде по 9, да, получается? Хорошо, начнем тогда. Тыч. Да, пускай нечестный прием, а что? Что вы хотели, чтобы было всегда честно? Ой, бьют они больно. И здесь их много. Так, одного надо нам полюбасику сейчас добить. Получи, мразь. Так, ждем 2 удара. Ага, десяточка. И давай, еще десяточку, да? Нет, 9. Так, теперь наша очередь. Вот этого, наверное, добьем сейчас с вами. Так, вирус, я думаю, что ты вполне можешь добить. Да. Отлично. 2 червя осталось. Так, контролируем, ребята, главное, щиты. И обездвиживает цель, да? Ого. Что это мы такое сделали? Она обездвижена, ё-моё. Так, уже все, пошли жизни тратиться. Значит, мы делаем смертельный удар. Вот на этого поставим. У-ху-ху. Шикарно, я вам скажу. Теперь мощный давай пропишем. Так, на 8 вжарили. И еще, блин, ты должен стоять. Да, он стоит. Вводит в бой укрытие, но оно нам пока не нужно. Вот так попробуем. Еще минус 11. И добивочно, ребята. Хотя Хану нужно... Давайте-ка мы щиты восстановим маленькие. Вот так вот это будет лучше. Ну и, естественно, сделаем добивочный. Все. Червяков как не бывало. И получили тут голову инопланетянина, кишки червяка. Ну и ценный металлолом. Забираем все. Так, я даже не знаю, ребята, что нам сейчас нужно сделать. У нас здесь по журналу что-нибудь о коже есть? Кожа. Ищите данные на борту. Вернитесь к Барклаю. Вернитесь с отчетом. Все, ребята. Полетели, короче, с вами губернатору. С докладом. Вернуться на станцию, да, конечно же. Так. И губернатор у нас должен быть здесь. Ну, давайте послушаем, что он нам скажет. Ну, здравствуйте, искатели. Как продвигаются поиски?
Так вышло, что потерявший память звездочет Стрелька Такожа получил от меня данные о местоположении. В благодарность он поделился со мной этой информацией. Вот это мы с вами выберем. Но губернатор-то будешь им говорить? Удивительно, такое впечатление, будто консоли способны испытывать чувства. Но на самом деле у них, конечно, все по-другому. Поздравляю с успешно выполненной задачей. Что-то еще? Есть какие-нибудь новости насчет тех данных? Благодаря доставленным вами данным, нашим ученым удалось выяснить местонахождение еще одной группы реликтов. Они больше и опаснее предыдущих, но я верю, что вы справитесь. Я расширяю зону действия вашего решения на работу. Что-то еще? Нет, пожалуй, больше мне ничего не надо, ребята. Хорошо, если что-то выясните, не забудьте мне об этом сообщить. Вот так вот, ребята, мы сделали с вами задание на реликте кожи. Теперь я хочу полностью восстановить себе здоровье. Анальгетики давай потратим. Ай, чуть-чуть не хватило. Ну, хорошо, давай так сделаем. Так, ого, вот тут надо потратиться хорошенько, ребята. Все, они у меня полностью здоровенькие. Так, и давай теперь зайдем в магазин, продадим всякий ненужный нам хлам. Да-да-да, это все будет у нас идти на продажу. Эти червяки. Так, а это куда? Куча бесполезного мусора, особый предмет. Значит, куда-то это нам нужно. Куда-то сбагривать. 72 кредита, 45, 55, 30. Даже вот так вот, ребята, можно элементарно понять, что нужно, а что нет. Вот это, например, хорошая вещь, потому что цена у нее 118 кредитов. А как видим, промаха при выстреле. В принципе, да, давай вот это продадим. И вот это вот. Да и эту пушку тоже можно продать. А купить что? Что можно у тебя тут приобрести? Так, это у нас оружейный инструмент. 12 оружию. Поиск уязвимости. А, ну у нас такие были, помните, да? Очки. Мы сканировали врага и находили уязвимые места. Так, о, контракт, ребят, смотрите, новый. Виафан. Яйца для яйцеголовых. Так, мы ищем опытных бойцов, которые могут добыть редкое яйцо зубочервя, необходимое для наших научных исследований. Один из наших биологов обнаружил зубочервя на борту реликта Виафан. За подробностями обратитесь к биологу, который сейчас находится рядом с посадочной зоной реликта Виафан. Оплата при выполнении контракта 1358. Я беру этот контракт, ребята. Так, с наемниками пока борода полная, ничего мы с вами не сможем сделать. Так, у этого детка, по-моему, тоже пока, да, ничего не сможем. Не хватает элементарно, ребята, у нас, хотя мы можем информацию, вот этот показ предупреждений при обнаружении ловушек в зоне сканирования. Давайте, наверное, мы с вами, нет, не будем, знаете почему? Потому что если сейчас мы с вами слетаем и нарвемся на какие-то неприятности, нам придется возвращаться, ну, естественно, лечиться и так далее. А если я сейчас потрачу кредиты, как я буду потом лечиться? Естественно, никак. И смотрите, что нам дают. Нам дают Теркита и Виафан. Но у нас, не забываем, есть Амонсет и есть Призрак. Поэтому, ребята, давайте, наверное, мы с вами отправимся на Призрак. Все. Ой, погоди-ка, погоди-ка, все. Куда же это я так совсем забыл, ребята? Щиты-то надо же перезарядить. Вот. Фу, чуть было не забыл. А вот теперь полетели с вами на призрак. Посмотрим, что нас там будет, ребят, поджидать. Мне просто самому очень интересно. Так, вы прибыли. Когда будете готовы, вы мне свистните, и мы с вами типа улетим отсюда. Это понятно, это все по стандарту. Естественно, я сразу сделаю сохранение. Вот так вот. Открываем наш КПК и смотрим, что у нас здесь за... Ох, реликт такой солидный. Ну-ка, кто у нас здесь? Стойте, ведется поиск подозреваемой. Имя Соломея. Подозревается в непредоставлении соответствующих документов в офис бережливости и тяжелого труда. Обоснование. Нарушение нескольких законов, в том числе о трудовой деятельности и о появлении в общественных местах, разыскиваются для заключения под стражу и перевоспитания. Предоставляется награда за полезную информацию
а подозреваемый. Паспорт, ё-моё. Так. Дроид, больше ты никого не запугаешь своей бюрократией. Так, не предоставление соответствующих документов. Что за бредовое обвинение? Прикусите язык. С офисом бережливости и тяжелого труда шутки плохи. Внимание, и если нарушитель продолжит делать клеветническое заявление, данный робот обладает полномочиями применить исключительно физическую силу. Ладно, она мне не попадалась. Вот так вот. Подтверждено. Внимание. Присмотритесь к этому человеку. Она из числа опасных паразитов, которые встречаются в нашем обществе. Заявление. На этот раз мы ее поймаем. Какой еще паразит? О чем он, интересно? Я так и не понял, ребят. Хорошо, мы делаем с вами сканирование. Ага, вижу вражину. И нам нужно идти именно в этом направлении. Так мы с вами и поступим. Так, древнее око. Что же видит мое большое око? А видит оно постороннюю органику. А я вижу, знаете что, ребята, что, по-моему, хана сейчас будет этому. Ага, начинается с мощного луча. Блин, причем они первыми ходят? Почему я не могу сходить первым? Так, понеслась, ребята. 100%. Ага, уклонение у него. Блин, а тут что не возьми, все равно у него будет уклонение. Но я его пробил. Отлично. Так, посмотрим. Должны достать, должны. Хе-хе. Ну что, будем добивать, пожалуй, да? Да ладно, блин, вот от хана как раз не надо было уворачиваться, а? Пройдохи. Вот похищай щиты лучше. Промахнулся. Отлично. Так, вирус, давай-ка мы с тобой, наверное, добьем. Бинго. И остался лишь последний. Наносит 2 единицы урона каждый ход и обездвиживает цель на 3 хода. Давайте проверим. Нейронная сеть. Так, он стоит, да, у нас? Сейчас будем проверять нашу теорию, ребята. 20 урона. Это для разминочки. И на 7. Сейчас, ребят. Ты посмотри-ка, а? Как он мог сходить сейчас? Добиваем, короче, говнюка мелкого. Мне понравилось. Блин, жалко, что ничего не дают. Я же вроде бы как бы изучал это. Поиск предметов и все тому подобное, но... Что опять? Так, ну что, это у нас было задание. Мы искали в обломках датапад, нашли. И, короче, червяки к нам попали. Только на этот раз через решетки в помещение валиваются червячки. Готовьтесь к бою. И здесь их, как видим, трое, и они слабенькие. И это хорошо, ребята. Чем слабее, тем лучше. И причем здесь обычные, живые. Помните, там у нас есть еще энергочервяки, которые... Шоквейв, или как их там звали? Которые бились электричеством. Вот там было бобо. А эти-то... Это щенки. И бьют они хреновенько. Так что, нормально, ребят. Здесь мы с вами проживем уж как-нибудь. О, добьем вот этого вот червя. Блин, нифига, я... Почему у меня хан такой стал мощнявый, а? С чего вдруг? Или враги стали слабее? Он раньше у меня вообще дрищ был. Еле-еле там справлялся, кишки взяли. Ну ничего, ничего, ребят. Скоро будет у нас 4-й уровень, и мы с вами, наверное, повеселимся уж тогда. Давайте сканирование делать. Ядрёно ваше, вы посмотрите, сколько здесь врагов. Так, давай-ка вот сюда сбегаем, посмотрим. Обыщем. Что это такое? Иридиевый композит. Хорошо, я возьму его. И дальше нам нужно идти вот сюда. Давайте вот так вот бочком пройдем. Смотри, смотри, преследует гадина. Давай вот сюда вот забежим. Что такое? Оружие готово. Имитирую боевой протокол. Уборщик без шлема, блин. Надеюсь, вы поняли, да? И вспомнили этих гадов. Делаем, короче, массовое проклятие. Что там у них? Растерянность, да? Хорошо. 10-13. Попытка не пытка. Оу, с критом на пятнарик, отлично. Вот они начали. Растерялся, двойной выстрел. Ну, вакуумный выстрел на двоих. Черт бы их побрал. А ты что делаешь? Двойной выстрел. Промах. Отлично, ну хан, давай. 26. Блин, да ему сейчас звездец просто. Хо-хо-хо. Вот это, вы видели крит? Это... Всем критам крит был сейчас.
9 урона. Понеслась. Так, пробиваем потихоньку щиты. Делаем залп. Еще 12 в минус. Да тут даже больше, 12. Там 9,6, это уже 15. То есть критуем мы уже не по-детски, ребята. Ах ты, посмотри, вируса. Ну, промахнулся. Так, Хан, пора, по-моему, нам с тобой вот этого... Давай вот этого звезданем. Побольше у него отнимем, как говорится. Вот этого, я надеюсь, у меня вирус сможет добить сам. Да, он не промахивается. И здесь 15 здоровья. 15 здоровья мы с вами сделаем, наверное... Сколько ты? Десяточка. В принципе, годно. Годно. Пробой получил. Ну что? Ах! Мазафака. Так, у нас еще и кровотечение там висит. Так, щиты восстановлены. Ну, давай его добивать уж тогда. Нет, подожди-ка, тут нифига. Вначале мы восстановим себе маленько щитов. Ну, а теперь уже будем и добивать. Все, готов, говнюк. Что нам дадут? Да что такое? Почему ничего не дают, а, гады? Блин, мне нужны ресурсы, а они зажимают меня в этом плане. Так, обыскиваем, что находим? Так, головешка окаменевшая. По-моему, она очень даже неплохо стоит. А вот здесь у нас что такое? Надо глянуть обязательно, ребята. Так, обыскиваем. Так, все окаменелость этих пришельцев мы находим с вами. А тут где? Вот, обыскиваем. Так, смотрите. Тумак, силовой кулак. Силовой кулак, причем довольно такой неплохой. А ну-кася, где у нас вот кулачок? Вот. Это у нас уровень 2. Здесь у нас уровень 1. Естественно, ребята, естественно, ставим мощный удар. А тут быстрый удар, взбучка, мощный и одиночный удар. Ну, согласитесь, намного больше выбора по ударам, чем здесь. Да. Так и оставим. Отлично. Так, ну что, в этом направлении мы с вами полазили. Давайте вот сюда тогда передвигаться. Посмотрим, что у нас здесь. Сделаем сканировку. Оу, кобра. Хс. Вот тебе и хс. Началось. Кислотный коготь. Хорошо. Давай мы попробуем, наверное. Так, мы 7 наносим, да. Что этому, что этому. Давайте вначале, который без брони, его ухоркаем. Этот еще пробить надо будет. Двойной выстрел. Сколько мы будем брать? Так, 12 урона, да, идет? Поехали. Отлично, 11 здоровья у него осталось. Так, и кобра начинает действовать. Уклонение. Как же нам фартануло сейчас в данный момент. Мы сделаем массовое проклятие. Посмотрим, что мы тут поставили. Там меткости понизили. Ну что же, пора, наверное, вон того говнючка добивать нам. А сможем ли мы? Так, давай-ка вот это попробуем прием. Если попадем, то добьем. Да. Хана этому ящеру. Ну что же, вот теперь беремся уже с вами за кобру. Так. Что же нам сделать? Создание припасов. Давайте сделаем создание припасов. Наносит 2 единицы. Вот это вот я возьму. Окей. Так, наносит 2 единицы и обездвиживает цель. Сработает? Вот да, ребята. Слушай, ну-ка, обездвиживает цель. То есть она стоит на месте, но она может применять... Ох ты, 32, попадем? Ядрить его на корень, ребята. Вот это хан, вот это я понимаю. Вот это братуля. Так, что это у нас такое? Нет, провокация нам не нужна. Еще на 10. Словно молния. И, пожалуй, мы... И вот это вот. И еще десяточку. На-ка, выкуси. Так, она ходит. И попадает. Всего лишь на пятерочку. Наверное, пора прощаться с ней. Нам будет тебя не хватать, кобра. Это что у нас такое? Колотящий дробильный молот. Тяжелое оружие, ближний бой. Ближний бой.
У нас... Интересно, а кулак относится к ближнему бою? Но это у нас дробильный молот. То есть это как само оружие получается. Это даже не модификация, ребят. А ну-ка, если предположим даже, грубо говоря, вот сюда поменять сможем? Нет. Не выходит. Видно, здесь есть ближник, который может использовать тяжелое оружие. У нас пока все практически со стрелковым. Ну что, сканируем зону. О-оу. Так, ну хорошо, давайте мы отметим вот этот... отметили. Наега закшне шрогар. Наега зонак тпитардн. С цинк вожак. Оу, ты посмотри, у него сколько здоровья. Так, вначале вот этого начнем бомбить. Это однозначно. Вожака чуть-чуть попозже. Блин, сколько он сейчас будет? Ох ты! Бьет-то как. Цинк! Кислотный плевок. Промахнулся хотя бы. Это хорошо. Да, я вон того говнюка сейчас... Нет. Давай вот таким вот выстрелом. Мы его сейчас похороним здесь. Все. Я надеюсь, он не собирается здесь ничего плодить. Восстанавливает щиты. Так, вот это мы с вами сделаем. Меня не сокрушить. Так, хан. Давай мы с тобой, наверное, сделаем, знаешь что? Вот это вот какое-нибудь проклятие повесим. Посмотрим, что там на него выпадет. Шанс попадания. Хорошо, меткость мы ему понизили. Так, вот теперь вирус. А вирусу нужно восстановить щиты. Это по любасу, ребята. Не дай бог, это чучело нас пробьет. У него и так 15 здоровья. Рви, куши, он промахивается. Отлично. А теперь мы будем его потихонечку бомбить. Да, 60 здоровья, это вам не хухры-мухры, ребят. Но у меня есть хан, который нам в этом деле поможет. Еще и оглушение повесили. Вот это вот найсово получилось. Давай, делаем. Не даем никакого спуска ему абсолютно, ребята, 15 здоровья осталось. Быстро мы его как-то с вами раскумарили. Я даже сам немножко удивлен этому делу. Давай вот. Вот так, отлично, еще 11 щитов подправили. Ну, добивочный. Да. Very good. Ох, смотрите-ка, ребята, щитовое ядро, модификацию получили. Потом медицинский инструмент, юркий медицинский дозатор. Ну и всякая шляпа. Вот сюда я хочу добежать. Как можно быстрее. Это новая у нас отметка. Да, посадочная зона. Ну что же, сохраняемся. Обязательно сохраняемся, потому что очень много уже с вами здесь пробродили. Не хочу я потерять все эти достижения свои. Ну, смотрим, что здесь у нас. Обыскиваем. Кстати, энергии очень мало, ребят. Модулей-то у меня нету, по-моему, да? Мы все с вами потратили? Нет, есть еще средний аккумулятор. 300 единиц он нам дает. Я его, естественно, употребляю. Хоть немножко здесь надо нам, ребят, пошоркаться. Так, обыскиваем. Ух ты. Легкое стрелковое оружие, модификация. Конвертер импульса, да? Значит, и беги и стреляй. Забираем. Ну и, пожалуй, мы вот здесь вот сделаем с вами сканирование. Угу. Два врага я здесь вижу. Слушайте, наверное, нам надо слетать все-таки на базу. Восстановим себе здоровье и потом сюда вернемся. Смотри, смотри, смотри. Фу, обошлось все. Так, возвращаемся на станцию. Восстанавливаем себе, естественно, сейчас полностью здоровье. Давай, хирургию мы эту применим. Теперь идем сюда, продаем весь вот этот вот хлам, а у нас его достаточно. Смотрите, 100 кредитов. Отлично, еще 56. Это нельзя продать. Так, 30-очка. Сколько? Источник нейтрония. 400 кредитов? Вот это круть, ребята. Куча ценных материалов. Так, сервопровод. Давай, давай, все вот это вот ненужное продаем. Я думаю, что вот этот молот, наверное, тоже нам не нужен, блин. Или нужен. Я даже не знаю, ребят, как-то. Но кулак вот этот точно не нужен.
Так, а у нас здесь передача щитов. Это получается на себя. Текущее количество щитов уменьшается на 30% на союзника. Восстанавливает щиты в таком же объеме. Критический эффект на себя плюс один прилив сил. Это у нас модификация. То есть мы можем его воткнуть и использовать там, где есть у нас щит. А точнее, мы сейчас посмотрим. Вот у нас есть щитовое ядро. Сюда подойдет? Да, ребята, оно как раз сюда и подходит. Отлично. Причем, смотрите, ребята, у меня тяжелое оружие ближнего боя, да? А выглядит оно, как будто это не молот, а пушка, на самом деле. Так, по идее, вот это вот тоже должно быть. У нас какого? У нас... А, у нас третьего уровня, а здесь второго. И все равно сюда оно не подходит. Во, откуда оно идет. Это у нас... Это, ребята, оказывается, модификация была. И что мы получаем? 14% к оглушению на один ход и 7% шанса понизить интуицию на 2 при попадании. Разрушительный удар. Ох, все, ребят, я просто очень и очень доволен. Так, а это у нас, это тоже модификация, но это для легкого стрелкового оружия. Я не знаю, вот это у нас легкое стрелковое оружие? Получается, что нет, не легкое. А здесь? А здесь да. О-о-о, вирус, ты у меня просто вообще крутой парень. Универсал, елки-палки. Молодец, ты меня радуешь. Ну что же, давайте мы, наверное, с вами пополним запасы, естественно. Отлично. И, кстати, что я хотел? Так, пополнить ресурсы. Да, я хотел вот этого старичка навестить. А знаете зачем, ребята? Я хотел вот это вот сделать. Еще максимум. Хотя, подожди, мы же можем... Размер инвентаря сколько стоит? 500 кредитов. Добавляет 25 ячеек инвентаря. Да, вы скажете, зачем ты это сделал, ребят? Если мы хотим и собираемся с вами действительно развиваться, то нам нужен большой инвентарь, чтобы больше предметов носить с собой. Естественно, для торговли, для продажи. Что-то находки, чтобы не было нам потом. Так, подожди, я не сюда высадился. Так, хорошо, делаем обратную манипуляцию. Возвращаемся на станцию. Зачем я сюда-то сглупил? Нам надо же наверх было. Да, вылетаем. Хорошо, что вылеты все эти пока бесплатные. Не знаю, может быть, в дальнейшем это все будет за деньги. Но сейчас пока все бесплатно. Ну что, вот здесь мы, по-моему, с вами были, да? Давай проверим. Здесь враги, не забываем, ребята, у нас бродят. Так, обыскиваем. Ну что же, маленький аккумулятор нашли. Продолжаем. Надо... Здесь мы были или нет, я уже не помню. Раз отмечено, значит, не были. Ах ты! Вурлинас Динаега. Хорошо, как скажешь. Ну что же, приступаем. Че, двоим сразу, что ли? Ха-ха-ха. Замечательно. Так, сцинк. Уклонились. Мы уклонились, ребята. Так, вводит в бой укрытие, это понятно. А нам пока ничего не сделать. Будем делать укрытие тогда. Кобра, кого будет бомбить? Ага. А как она пробила, если мы в укрытии, интересно мне знать. Массовое проклятие. Вирус, ну-ка давай. Сколько? 7, как-то слабо. Все равно 7. Видно, враг довольно крепкий, поэтому. Так, он... А, нет, вирус опять ходит. Ну-ка давай, не добьем, ребята. Не добьем. Черт подери, почему так хреново? Врешь, не уйдешь. Ну хотя бы потрясение он получил. Это у него крит эффект на 6? Хорошо, я не против. На себя 25 сопротивляемости. Так, кобра, кого будет бомбить? Ага, Хана. Хлесткий удар сделала. Ну что, Хан, пора, по-моему, нам с тобой разрушительный удар применять. Ты жесть, на 19. Ну что, вирус, добьем? Сцинка-то этого. Да, ты его уничтожил просто-напросто в хлам. Вот это вот пора применять. Пускай постоит маленько и подумает над своим поведением. Хотя, ребят, все равно она может бомбить. Но здесь она
пропустила. И на 34. Это просто смертельный удар для нее был. Так, выживальщика, усилитель присутствия. Так, смотрите, ранящий конденсатор энергии. Это модификация, 6% к урону. Но уровень-то слабенький, ребята, всего лишь первого. Думаю, что не стоит менять. Оно этого не стоит, ребят. Так, что у нас здесь? Обыскиваем и смотрим. Так, ценный металлолом и штурмовое стрелковое оружие второго уровня. Второго уровня, это фигня, ребят, в принципе, да. Так, давайте сканировать. Ага, ага, что тут у нас? Вижу. Давай сюда сходим. Так, обыскиваем. Это у нас фрагмент Тория. Забираем. Здесь у нас что? Враг стоит на месте, не двигается. Так, отражатели какие-то обуглившиеся. Ага, и мне не пройти, ребята. Смотрите, мне придется с ним драться. Хорошо. Я сделаю сохранение, потому что я не знаю, какой там будет враг у нас с вами. И придется напрямую идти. Так, вы находите консоль с прикрепленной к ней запиской. Починил я эту дрянь, не вздумайте еще раз ее сломать. Тупая твоя башка. Просто забери данные и передай их своему боссу. И хватит дрыхнуть. Вместо того, чтобы дела делать. Всего хорошего, сантехник. Загрузить данные. Загрузить данные удается без проблем. Этот сантехник явно разбирается в инопланетных компьютерах. Ага, и все, да? Мы просто данные с вами взяли. Хорошо. Так, обыскиваем. Бесполезная деталь. Может быть, для кого-то бесполезная, а для нас пригодится. Сканируем. Вот здесь вот. Враг или друг? Шиш его знает. Так, давай еще сканировать делать. Ага, это тупик. Ладно, заходим. Изложите цель своего пребывания. Мы не будем, ребята, здесь ничего делать. Мы просто с вами уйдем. И посмотреть я хочу по журналу. Мы с вами где находимся? На призраке, да? Так, вот, призрак. К губернатору нам нужно возвращаться. Все, ребят, мы здесь, по ходу дела, с вами все сделали. Все обследовали. Ну как все? Не все тут, конечно, есть, но я сомневаюсь, что мы найдем что-то здесь полезное для нас. Вот эти вот, что такое? Пират-стервятник. Ага, добыча пришла. Ну ты, братиш, ты просто не припухли вообще, а? Помните, да, мы как-то с вами встречали такого пирата? Сейчас будем с вами смотреть, что этот из себя представляет. Так, потрясение он получил. Это что у него-то? Шанс попадания минус 25%. Хан, давай мы с тобой, наверное, вот так вот сделаем. Ядрить его на корень. Так, что он делает? Смотрим. Понятно. Своим крюком, значит, нас жучит. А как тебе вот так вот? На 13 понравилось? Все, ребята, тут ему, естественно, хана. Давай, хан, добивай. Плюс с оглушением, но это нам не понадобилось. Он готов, и смотрите, что у него здесь. Штурмовое стрелковое оружие второго уровня, стабилизатор. Забираем. Так, и двигаемся сюда, потому что мы с вами делаем сейчас вылет, естественно, к губернатору. Будем с вами давать отчет по этому реликту. Так, вот он стоит, ждет. Здравствуйте, искатель, как продвигаются поиски? Данные с реликта призрак удалось забрать в целости и сохранности. Нам повезло, кто-то из пиратов как раз починил консоль. Ага, выполнили. Среди пиратов есть умельцы, разбираются в инопланетных технологиях. Любопытно. Как бы то ни было, вам удалось добыть данные, и это хорошо. Что-то еще? Давайте спросим, есть какие-нибудь новости насчет тех данных? Пока ничего. Раздобудьте больше данных, и работа сдвинется с места. Понятно. Значит, ничего. Ну, в принципе, ребята, у нас и так сейчас, как бы вам сказать, очень много куда мы можем слетать. Вы это прекрасно сами понимаете. Смотрите, у нас тут еще Теркита, Аманцет, Виафан.
три местоположения есть. Да. Но думаю, что этим мы с вами займемся уже, наверное, ребята, в следующей серии. Я думаю, вы со мной полностью согласитесь. У нас еще впереди очень много чего предстоит сделать. Мне для вас там еще некоторые игрушки надо будет снимать. Так что спешить, ребята, не будем. Тем более нам некуда и незачем. Будем делать все потихоньку. Так что, ребятушки, всем большое спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всем пока.